Партнер программы ООО МКК ЦМФ. Микрозайм 321-321. Орск. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Вы, возможно, стоите на пороге какого-то весьма категоричного решения. Оглянитесь еще раз. У вас пока еще есть время все изменить. Телец. Это не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай о них заботится кто-нибудь другой. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события. Близнецы. Между реальностью и тем, что вы себе представляете, принципиальной разницы нет. Но ситуация гораздо менее опасна, чем вы думаете. Вы практически ничем не рискуете. Рак. В этот день полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства, как свои, так и чужие. Лев. Придержите себя на укороченном поводке, вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители. Дева. Постарайтесь выражаться аккуратно. Вы легко можете нарушить то равновесие, которое вам удалось создать. Уважайте иные мнения. Весы. Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. Нормальные герои всегда идут в обход. Быстрее придете. Скорпион. Вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него. В самом ближайшем будущем он очень и очень пригодится. Стрелец. На сегодня вполне достаточным вкладом в развитие событий будут просто хорошие намерения. Активные действия вам противопоказаны. Козерог. Вы сможете найти время и для себя, и для других. Найти-то вы его найдете, но рассчитать его так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать. Водолей. Вам стоит действовать не спеша, ибо в обычном темпе вы рискуете проскочить мимо чего-то весьма важного, чем в корне измените дальнейшее течение собственной жизни. Рыбы. Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение сегодня. Ваша интуиция только и ждет удобного момента, чтобы вас подвести. Денег надо, деньги рядом. Микрозайм, Гай, улица Ленина, 46. Мы доверяем вам, даже если у вас плохая кредитная история. ООО «МКК ЦМФ».